Медицинские работники только одной детской поликлиники номер 2 города Ульяновска обслуживают 16 тысяч человек детского населения и ежедневно выезжают на 150-200 вызовов населения. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку на медиков и ускорить оказание медицинской помощи, руководством области принято решение выделить дополнительный автотранспорт, который находится на балансе правительства области. Конкретно нашему учреждению выделено автотранспорт правительства Ульяновской области, 3 автомобиля на нашей поликлинике, вот, которые сейчас позволяют нашим педиатрам, так сказать, не ходить своими ногами, а ездить на машине и более быстро, как бы, всех пациентов объезжать, осматривать, сэкономить время, таким образом, как бы, меньшим контактам подвергаться, да, ходя по улице, и более быстро добираться до маленьких пациентов. По словам главного врача больницы, в состав которой входят 8 учреждений города, плановая медицинская помощь сведена к минимуму. В основном медработники стараются всю медицинскую помощь оказывать на дому. В первую очередь заболевшим и детям-инвалидам, которые нуждаются в профилактических осмотрах. Также у нас есть распоряжение о выписке льготных лекарственных рецептов и доставка их тоже на дом. Поэтому вот сейчас те пациенты, которые нуждаются при постоянном приеме лекарственных препаратов, мы выписываем рецепты, не отвозим, и наблюдаем детей раннего возраста, то есть тоже не оставляем их без присмотра. В основном для этого используем данный автотранспорт. Кстати, по данным врачей, заболеваемость вирусной инфекцией среди детского населения снижается. Этому способствовала разобщенность детей, которые находятся в режиме самоизоляции. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.